Прокуратура Листы провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Администрация Листы заключила контракт с подрядной организацией по ремонту автодороги по улице Физкультурная, однако работы не были выполнены в срок. По постановлению прокуратуры подрядчик за неисполнение обязательства, предусмотренного контрактом, привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Не согласившись с вынесенным судебным постановлением, подрядчик в вышестоящий суд направил апелляционную жалобу об отмене постановления мирового судьи. Решением вышестоящего суда постановление мирового судьи оставлено без изменения, апелляционная жалоба предпринимателя без удовлетворения. Также суд отметил, что не имеется оснований для снижения назначенного штрафа.